Вакцина от коронавируса Pfizer появится в Казахстане не раньше второго полугодия 2021 года. Об этом также сегодня, отвечая на вопросы журналистов, заявил министр здравоохранения Алексей Цой. Правда, сколько будет стоить прививка, пока неизвестно. По словам главы Минздрава, цена не разглашается из-за соглашения о конфиденциальности, которое было подписано с американским производителем. Отмечу, казахстанская вакцина от COVID-19 на данный момент проходит третий этап клинических исследований. В них участвуют 3000 добровольцев. Предварительно было предложено, что данная вакцина может появиться в Казахстане не раньше второго полугодия. И мы предложили нашим коллегам, чтобы они внесли документы для проведения процедуры регистрации данной вакцины на территории Казахстана. То есть максимально мы попросили ускориться и данную вакцину, чтобы мы могли получить в Казахстане. Но пока нам заявили сроки не раньше второго полугодия.